Мы ж напарники. Давай, иди до Фокси, ударь его. Сейчас Фокси. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Чебузаврик, Куёко, Васаби, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, сегодня я вас буду убивать. Сегодня мы играем классную рубрику «Аниматроники пугают охранника», если Петя кушает, прям аппетита, а мы будем начинать. Мы слушаем, а потом нюхаем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд, ссылочка в описании, любой может с нами зайти и записать. И не забываем писать классные комментарии, потому что самые классные и веселые комментарии попадают в начале ролика. Где аниматроники? Чё, камеры глючит? Вообще не работают. Так, тогда надо смотреть за левой стороной, чтобы Фокси не побежал. Да. Давай я буду с левой стороны. Бежит! Я успел. Ребята, я чувствовал, что сейчас прибежит Фокси. Ха-ха-ха. Не получилось у Фокси нас убить. Ну, всё, он убежит. Не открывай. Ой-ой-ой, чика. Право. Теперь открывай. 5 секунд надо, даже 6 ждать, потому что здесь очень классно сделан такой сценарий, что надо не спешить. А если вы поспешите, то людей насмешите. Да, или просто сольетесь. Теперь я Фокси ловлю. Давай, а я буду с правой стороны чекать. Так, никого нету. Только дверью не убей, пожалуйста. Один сзади там. А! Ой. Я успел. Ладно, блин, ребята, это было прям, знаете, на соплях. Так, ну что, Фредди, ждем. Главное не спешить открывать двери, ребята, это очень важно. Постоянно надо быть на чеку. И вы же помните, что здесь сзади тоже может прийти какой-то челик нас убить? Я уже не помню кто. Фредди какой-то вроде, да, приходит? Да, фиолетовый. А, да, фиолетовый челик. Ой, фиолетовый Фредди. У меня все челики или челипиздрики. Еще стоит, так. Пацаны, надо, короче, вызвать инженеров. У нас, короче, глюк в камерах. А может это специально аниматроники поломали? Может такое быть? Нет. Я не знаю, можно по сюжетке вообще-то где, чтобы камеры не работали? Так, 5 секунд вроде прошло. Да, открывай. Все, открываю. Блин, это знаете, иногда раз, когда открываете дверь после аниматроника, немножко есть небольшой страх, что они придут, да, нас вот и замочат. Да. Внимательно чекайте Фокси. Вы же знаете, что Фокси еще тот лепиздрик, который может прийти и убить. И он очень быстро, кстати, бежит. Бонни сейчас рядом, если он телепортируется прямо в дверь, меня убьет. Шкатулку тоже. А, шкатулка еще не, этот, маринетка не влазит. Если что, надо чекать и тоже восклицательный знак, если загорится, заводить шкатулку. О, стоит Бонька, видите? Стоит. Ой, кстати, опасно. Очень если опасно стоит, да. То... Бежит, закрывай! Видишь? Ну как ты смотришь? Ну, в принципе, это я смотрел, но я успел. Это было, ребята, на соплях. Отлично. Ух. Вот это я успел. Я уже прям, знаете, на большей середины пути закрыл. А Бонька еще что? Бонька стоит, но Бонька ничего не может так сделать. Надо ему ближе подойти. Опа, он телепортировался. Я видел. Сзади. А нет. Фух, ты меня не пугай сзади. Я вообще не люблю, ребята, когда аниматроники приходят со спины. Это реально стрёмно. И кто не поставит лайк, к тому аниматроник придет ночью. Обязательно лайкосик. Бонька. Кого? Кого? Бонька только в коридоре. Чекай Фокси, потому что Фокси, видишь, уже 2 раза прибежал. Это, наверное, где-то ночь 6. Это кастомная ночь. Тут сложность лаврируется от уровня игроков. Видели такое когда-то? Я нет. Теперь увидите. Если телепортируется Бонька, я закричу. А, дверь! Представьте, это будет тот ролик, когда мы ни разу не сольемся. Да не надо, поздно. Ух, да я ж испугался. Он пропал просто резко, я моргнул, он исчез. Опа, Бонька стоит, но он так не убивает, насколько я знаю, надо прямо возле двери стоять. Ой, Фредди, привет. Фредди, да, там? Да. А кто меня убил? Может, меня дверью убило? А кто меня убил? Тебя Фокси убил. А как вы живые остались? А может... Прикол карты то, что если даже немножко закрыть дверь, то все, Фокси врезает. Я так дернулся, блин, у меня чуть очки не улетели. Это был бы прикол. Реально испугался сильно. Очень сильно испугался. Ты что, ты молодец. У тебя реакция отличнейшая. 12 из 10. Так, ну с этой стороны вообще, да, мало? Фокси стоит сыт опять. Хватит углы обсыкать.
Эй, Фокси? Хватит! Дима, я бы не сказал, что это Фокси. Ой, Фредди, ну я специально, видишь, проверял. Знаешь ли ты? Знаешь. Перепутал, немножко перепутал. Кстати, вы знаете что? Я пойду, наверное, пройдусь и посмотрю, как там Фокси. Они же так не убьют меня, если я буду ходить. Опа, здесь невидимый аниматроник вроде бы стоит. Так, ребята, Фокси с опущенными руками, поэтому он к нам сейчас пока не бежит. Это обход. Знаете, как охранники каждый час обход делают? Проверяют, что здесь и как. Все очень тихо. Фредди на голова, все нормально. Так, а кто дверь закрыл? Не понял, двери закрываются. Ручка дернулась, и дверь закрылась. Понял. Автоматически, короче, закрываются двери, да? А ну еще раз. Смотрим. Очень странно. Опа, а вы умерли? Да. А я живой, ребята, я знал, что вы сольетесь, поэтому я ушел. Ночь продолжается. А чего вы не чекали его, мужики? А я справа стоял. Молодцы. А я слева. Ну ничего. Главное, чтобы один охранник остался жив. Кстати, у меня скример вылез, но при этом я остался живой. Это прикольно. Я как чувствовал пятая точка. Кто знает, кто такая пятая точка. Она у меня очень чувствительная. Она у меня всегда знает, когда надо выйти вовремя. Дверь закрыта. Беги, давай, с другой стороны. Я слежу, Куёка. Ой, так. Что, там рядом было что-то, да? Да. Так, стоит Фредди, я буду говорить. Давайте проверим, умру я или нет, потому что все равно пацаны живые. Я не умираю. В смысле? Да я не умираю, она меня не убивает. И пройти могу. Смотрите. А если до Фредди подойдет? Тут два Фредди, да как это может быть? Это Фредди-близнец, что ли? Да как такое может быть? Серьезно, один сын, да? Один пуга. Сразу два исчезло. Так, еще дверь пока не открывайте. Все, можешь открывать. Все, отлично. Так, пойду я сейчас посмотрю, что там Фокси, и сразу к вам иду. Ой, чика. Так, у Фокси руки опущены, поэтому мы идем немножечко в офис. Угу. Подойди к Боне. Посмотрите, убьет он меня или нет? Да. Давай. Блин, я застрял, тут какая-то штука невидимая. Опа. Очень странно. Так, аниматроники загораждают мне путь, я теперь не вижу Фокси. Так, Фокси стоит, все хорошо. Да, Бонька ушел. Обиделся, наверное, что мы очень хорошо играем. А где он? Так, по факту я еще ни разу не умер. А, не умер. Один раз от Фокси. И, кстати, вы тоже один раз от Фокси умерли. Все, один-один, пацаны. Я сейчас погуляю. Давай, иди. И скажи, если Фокси будет бежать, рука поднята, скажешь мне. Он поднял руку. Скажешь, когда будет бежать. Смотри за ним внимательно. Побежит, я вижу. Фу, хорошо ты предупредил, потому что можно вот так немножечко расслабиться и слиться. Так, ждем, пока он идет, и потом откроем двери. Он уже ушел. Еще секунду или две ждем и открываем. Так, молодец, что подсказал, красавчик. Вот такие я люблю прохождения, когда мы играем на высшем левеле. Да. Никого. Куёка, ты вообще хорошая, да, играешь в FNAF? Да. Ты играл оригинальный FNAF? Да. Прошел все ночи? Ну, не все, да. Ребята, напишите в комментариях прямо сейчас, кто играл в FNAF, какую часть, и прошли бы все ночи. Шестую обязательно напишите, проходили или нет. Потому что я скажу честно, я в оригинальном FNAF шестую ночь не смог пройти. Как бы я ни пытался, много-много раз не смог пройти, потому что кто я? Правильно. Неумеха. Это слово давно не употреблял. Так, смотри за Фокси, он там идет или нет? Не. Так, Фокси все спокойно. Да, камеры заглючили. Аниматроники сегодня постарались, сделали так, что камеры не работают. Пропал Бонька. Я видел, куда он делся? Я не знаю. А как-то вообще сегодня не так уж-то и сложно, как кажется. Я думал, будет пожестче. Куда Бонька пропал? Это только начало. Ой. Опа! Вот, пришел! Так, все, забирай свои слова назад, наверное, будет тяжело. Умный аниматроник. Так, а с этой стороны никого нет? Не. Так, он ушел, давайте еще подождем немножко времени. Потому что я знаю, что здесь есть такой прикольный... Побежал, Фокси! Фокси, дверь! Дверь! Я успел закрыть, Вот это как? Я его, получается, дверью прищемил. Кстати, дверь моментально не срабатывает. Это какое-то время, чтобы она сработала. Фух, я чуть букву Е не поломал на клавиатуре. Дырка в столе. Я так сильно нажал. Ну, блин, получилось. Так, никого. Кстати, даже лапу не поднялся. В чем прикол?
Очень странно, такое может быть? Да, он просто резко побежал. А, Фоксик-обманщик. Фоксик. Выйдет у меня Фоксик. Обманщики сегодня, аниматроники, обманывают нас жестко. Так, давайте все-таки будем смотреть с этой стороны. Потому что я чувствую, пахнет чем-то нехорошим. О, камера перелистнулась. Так быстро. Откуда? Откуда? Фу, молодец. Молодец. Так, Бонька стоит. Опять палит на меня. Ну, крыса. Дима, ты видишь, там в конце коридора я на стуле сижу? А ну-ка, сейчас возьму камеру и зазумлю. А, вижу. Что там сегодня в столовке у нас выдают? Да, опять, как обычно, одну гречку и сок. Нормально. Пирожки с картошечкой есть? Да. Наверное. 5 секунд уже прошло. Прошло? Давай. Молодец, да. Куёка, ты вообще красавчик сегодня. Хорошо играешь. Знаешь, Дима, чика как камера. Бонька! Бонька? Да, слева двери. Ой, блин, я испугался его. У него глаза, смотрите, в темноте светятся. Фокси, руку поднял? Да. Я успею, я увижу, когда он бежит. Так, значит, где-то секунд 5 он будет идти. Отсчитываем 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Побежал. Обманут, видите, есть тайминг, но в этот раз... Бежит, смотрите, можно не спеша успеть закрыть двери. Ой, красавчик. Чё, я думал, с этой стороны уже кто-то пришел. Никого. Так, ждем пару секунд. Так, Бонька стоит. Не нападает. Отлично. О, камера включилась, только та, которая нам не надо. Давайте все-таки попробуем, может сейчас камеры заработают. Разглючила, короче, систему. Windows 95 очень подлагивает на новом компьютере. Никого? Никого. Здесь. Кого? Так, не буду стоять, потому что может аниматроник во мне прям застрять, и это будет очень печально. Для нас. Я знаю эти баги, которые могут произойти. Ой, пацаны, я уже своей монтировки испугался в руках. Это последняя стадия. И психические расстройства у меня от этого ФНАФа. Мне потом снятся эти аниматроники, эти трёмные. Поднял руку. Руку, да, поднял. Фокси какой-то сегодня мега активный. Мне кажется, это уже раз, наверное, 5-й или 6-й, да, он будет к нам переходить? О, чика справа. Так, ты успеешь закрыть двери, так, наблюдаем. Тишина перед бурей. Я вижу, он бежит, я успеваю. Отлично. Здесь с этой стороны никого. Так, свет включен. Переместился Бонька, уже безопасен. Где он? Уже в коридоре пос. Понял? Открываем. Далековато он. Пойдем ему под задник дам. Давай, поджопник ему. На. Ой, я, короче, приду к тебе, посмотрю, что ты там делаешь. Мужики, вы чего? О, подойди до Фокси, ударь. Чё, застрял? Давай я тебя вытащу, стой. Мы ж напарники. Давай, иди до Фокси, ударь его. Я знал, что ты умрешь. Я знал, я просто специально тебя обманул. Фокси поднял руку. В Куёка, готовься закрывать дверь, я скажу, когда. Хотя раз посмотрим, как он проходит через Боньку. Мне даже первый раз такое буду видеть. Как анимация сработает. Все, бежит! Закрывай двери! Сквозь него прошел! Да ладно! Так, с этой стороны. Этот вообще обиделся, стоит. Куёка, ты там один остался. Не, я иду к тебе. Буду помогать тебе сливаться. Ой, выигрывать. Так, никого. Не, да, что это? Что это сейчас убил. Было? Я Боньку убил! А как он тебя убил? Ты подошел к нему? Нет, я просто стоял в уголку, он меня как-то убил. Так, ребята, если сейчас через 2 минуты мы не сольемся, то значит мы затащили эту ночь. Ребята, это та серия, где мы очень классно тащим и, наверное, ни разу не слились. Потому что надо, чтобы умерели, мы все троем умерли. Но мы по очереди умираем, это тоже неплохо. Полминутки прошло уже. Да. Фокси бежит, я вижу. Фокси какой-то сегодня ненормальный. Батарея сильно у него заряжена, видно, от Nokia стоит. О, фиолетовый! Где? На этом стоит фиолетовый челик. Так. Вы прям в зале. А, в зале? Хоть не пугай, блин, а. Так, открываем двери. Никого. Вот, это что?
Ну что, сейчас уже, наверное, минута прошла. И мы, в принципе, еще минуту проживем, и мы затащили. Сзади Моня такой стоит, а Диму смотрит. Не-не-не, он ни о чем. Никого? Никого. Нет. Вообще хорошо играем, ребята. Сегодня вообще прям жир. Петя прям в камеру смотрит. О, лапу поднял. Лапу поднял? Фокси? Да. Фокси сегодня какой-то неадекватный. О, давай, короче, ты куёка закроешь, я буду тут стоять. Проверим, убьет он меня или нет. Эксперимент. Фредди, закрывай! Фух, слава богу. Побежал. А, закрывай дверь, закрывай. А я проверю, убьет он меня или нет. А! Блин, убил. Я думал, знаете, сквозь меня пройдет. Ну ладно, ладно, я ему поддался специально. Еще полминуты. Все, я с офиса не выхожу, чтобы по-честному было. А ты застрял там, что ли? Даже меня сейчас, наверное, убьют. Давай я тебе помогу. Фредди, Фредди, Фредди! 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 Блин, я застрял прям в жопе у него. Закрыл, закрыл. Блин, смотрите, они прям атакуют нас жестко. У него за спиной ножи. О, все, ушел. Открывай. Да не сразу. Да ладно! Да ладно, да как? Да ну ладно, мы втроем умерли! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну всем отличного настроения и всем пока. Пацаны, поджигай!